перед началом этого ролика хочу вам подсказать канал моего родного брата. Зовут его Никита. Многие спрашивали, есть ли у меня братья или сестры. Вот вам еще один новый блогер в семье, можно сказать. Он занимался давно этим, но почему-то забросил, сейчас опять начал. Он начал снимать со своей девушкой. Мне самому очень понравилось. Он там рассказывает, кстати, еще насчет того, как научиться играть на гитаре. Они там красиво поют, разные челленджи. Наверное, будут еще очень много интересных роликов. Поэтому вам точно не лень. Я знаю, вы хорошие, поэтому ссылку оставлю в описании этого видео. Переходите, подписывайтесь. И еще он сказал, что так как он недавно открыл канал, сделает небольшой конкурс. Нужно написать любой комментарий. Можете написать комментарий от Кирилла или еще что-то. Он разыграет там деньги. Сколько, не знаю. Думаю, он не обидит, поэтому обязательно переходите. Сейчас будут кадры с его канала. Всем привет! Итак, я захватила канал Никиты и... Вот, ей 19 лет, недавно исполнилось. Вот, поэтому... недавно. А я... Играем мы 4 раза, потом G. В городе мне жители на выселках. Звездой. Сон. Припев начал, да? Да. Ты готов, точно? Наверное. Точно? В общем, всем привет. Сегодня мы пойдем на рыбалку. Сейчас у нас время 3:30 почти. Сейчас подготовимся. Вот. Проснулся 5 минут назад, поэтому вот. Мне там плохо видно, это очень хорошо. Сейчас накопаем червей, подкорм, кукуруза у меня готова. И уже будем отправляться на рыбалку. Вот, еду. Сейчас, наверное, немного трясти будет мою руку с камерой, точнее, с телефоном. В общем, взял я с собой только кукурузу и подкормку. Червей брать не стал, потому что хочу сегодня попробовать ловить только карпа, а мелких карасей не хочу, может быть, в следующий раз. В общем, вот, ехать... Ну, не скажу, что прям близко и не слишком далеко. На велике нормально. Вот. Еду вот. У нас тут сегодня погода пасмурная, дождик. Но, в принципе, нормально. Пока что не льет. Если уж вдруг начнет, то домой поедем по-быстрому. Там, конечно, где озеро есть. Место, где спрятаться. Там эти старые, как называется-то это... трубы, которые большие, прям там можно туда залезть спокойно. Вот. У нас тут вот поля засеянные, где-то убрали уже, а где-то нет. Кукурузы у меня немного, потому что мама делала салат. Я забыл сказать, чтобы она мне немного оставила, поэтому там штук 20, наверное, есть. Ну, если ничего не поймаем, то ничего, все равно. Зато... прикольно съезжу, время проведу, тоже хорошо. Вот, смотрите, вот такую подкормку я купил. Не знаю, как она действует или нет. Сейчас попробуем.
Сижу пока что уже сколько? Полчаса, наверное. Ну, клевать клюет, мелкать немного. Но пока что еще карпа еще не поймал. Посидим еще. Сейчас, может, на другую сторону сходим. Там тоже клюет вроде бы. Вот. Зайдем пока еще. Сейчас 5 часов уже. Еще минут 15 на этой стороне. И на другую сторону схожу. В общем, по-быстрому съездим домой. У меня, короче, карп леску порвал. Он там поплавок остался. А крючка загрузила нет. Вот. На камеру не смог заснять. Но она была прям крупная у нас. У меня леска сломалась. В принципе, сейчас быстренько сгоняю. В общем, после того, как сходил домой, сижу тут еще примерно полчаса. Там посидел, сюда перешел. Вот пока что клюет. Это, наверное, маленький клюет. А чтобы крупный, сейчас опять что-то не идет. Вот после того, как у меня вот этот вот крючок. Не крючок, у меня там грузило и крючок оторвали. Что-то, может, затихли, не знаю. Но прям крупный был, скажу. Потому что даже леска сломалась. Ой, как сломалась, оторвалась. Я когда в прошлые разы карпы ловил поменьше, у меня было все в порядке. А этот, ну, он прям вот так выплыл по поверхности. Я и сам дернул неправильно наверх. Надо было вот так боком. И все, капут леска. Она была прям здоровая. Вот сейчас, наверное, посижу, может, час еще максимум. Ничего, если ничего, с пустыми все равно прикольно посидеть. Вот. В общем, сегодня у нас рыбалка, не могу сказать, что самая неудачная, но домой идем без ничего, скажу так. У меня вот первый карп, он прям был здоровый, он мне оторвал леску. Потом я пришел, 15 минут потратил на дорогу всего туда-сюда вместе. Еще пару раз хорошо клевало, но что-то я упустил. И вот недавно тоже, перед тем, как уже домой уходить, тоже клюнуло, тоже упустил. Но на этот раз просто с крючка сорвалась. Вот, завтра, скорее всего, еще раз приду, если что-то поймаю, завтра то обязательно в сообщество выложу фотографию. Вот, сидеть на рыбалке прикольно, там, вот такие вот маленькие караси, ну, средненькие, можно сказать, ловятся очень хорошо, но я на них даже не ловил, взял только кукурузу. Вот, хотелось поймать именно больших, прикольно, самую большую рыбу, которую я ловил, она, наверное... Не знаю, сколько, сантиметров 15, наверное, была. А вот, которую вот сегодня мне леску оторвала, она была прям крупнющая. Вот, если вам понравился такой ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если вам интересно... Ой, опять повторился. Завтра могу взять вас еще раз на рыбалку. Или в следующий раз. Поэтому пишите комментарии, ставьте лайки. На этом у меня все. Всем пока-пока и до новых встреч.